Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Вы только посмотрите, это же хит продаж телеканала. Это уникальная сковорода 3 в одном. Это и сковорода, и гриль сковорода, и духовка 3 в одном. Олег, в прошлый раз, вот в последнем эфире, когда была представлена двусторонняя сковорода от бренда Велберг, было продано за один только час более 2000 экземпляров. За один только час. Что будет сегодня, я, честно говоря, могу только догадываться, потому что сегодня еще и действует скидка. 1400 рублей. Слушайте, но это и не удивительно. Во-первых, это бренд Велберг. С 90-го года делает профессиональную посуду для ресторанов. Это сковорода, которая сделана из литого алюминия. Имеет специальную силиконовую вставку, а значит, не испачкает вашу столешницу или плиту. Наша сковорода подходит без исключения для всех видов плит, даже, друзья мои, кроме индукционных, но при этом здесь очень правильные ручки, которые позволяют, друзья мои, полностью плотно зафиксировать. Мы разбираемся. Три в одном. Так. Сковорода, гриль, где вы приготовите идеальные сочные стейки, как в настоящем ресторане. Причем вы можете готовить одновременно с лимоном и не бояться, что сковорода или блюдо окислится. Так. Наша сковорода еще уникальна тем, то, что вы готовите с функцией духовки. Взгляните, какой большой кусок сочного мяса я приготовил вместе с гарниром. Согласитесь, когда вы готовите в духовом шкафу, вы высушиваете. Я сейчас через минуту расскажу. Сейчас очень сухое прям мясо получается. И знаешь, потом гостям нечего есть. Смотри, показываю сразу прочность нашей сковороды. Друзья мои, посмотрите, я приподнимаю сковородку. Насколько правильные крепления. И наша сковорода сделана из литого алюминия. И, естественно, будет удерживать правильно температуру. И здесь приготовите также овощи. Ну, а запах, как будто мы сейчас с тобой на природе, возле мангальчика собрались. Кстати, овощи гриль очень любит мой брат. Он всегда, когда приходит в кафе, в ресторан, всегда заказывает именно овощи гриль. Вот в ресторане делают очень вкусно. Наконец-таки дома сможем мы сделать так же. Вкусненько. Да, мы обязательно сможем сделать так же. Итак, напоминаю, три в одном. Это сковорода, это функция гриль и функция духовки. Естественно, здесь можно закрыть и создать правильную температуру. Знаешь, я вообще мечтаю о сковороде гриль. Мы когда отдыхали в мае месяце с семьей, с мужем, мы зашли в ресторан и заказали мясо на гриле. Так. Я не могу, я такое мясо никогда больше не ел. Никогда не ела? Невероятно мягкое, вот это с полосочками. От него такой аромат. Я еще думаю, вот почему я дома никогда, вот у меня не получается такого же ароматного сочного мясо. Я тебе сейчас расскажу. Обычно, когда готовят на сковороде гриль, нету крышки, она неплотно прилегает. Мне нравится то, что наша сковорода уникальна прежде всего, то, что она герметична. То есть ты готовишь функции гриль, и при этом еще создается правильная температура. Друзья мои, взгляните. Я здесь приготовил прекрасное сочное мясо. Давайте посмотрим на результат. Да. Причем я готов... Можно, пожалуйста, показать? Смотрите, вот эти легендарные полосочки, которые создаются при помощи сковородки гриль. То есть здесь создается правильная температура, и, естественно, остается весь сок внутри. Я представляю, такое мясо сколько бы стоило? Вот такой кусок, здесь примерно грамм 400, он бы стоил, ну, примерно рублей бы 1500 за кусок. 1500 рублей. Слушай, ну давай посмотрим, насколько оно сочное получилось в сковороде гриль. Двусторонняя сковорода, а наша сковорода гриль, она же духовка, в которой мы можем запечь даже вот такой сочный, посмотрите, кусок мяса. Теперь на Новый год, по сути дела, мы можем не бояться браться за все, что угодно, даже за огромные кусочки мяса, и они будут получаться, да? Слушай, а вообще, чем отличается вот эта сковорода гриль от обычной сковороды? Ну, внимание на экран, давай сейчас расскажем нашим телезрителям. Обычная сковорода, когда ты ставишь, выхолаживается весь горячий поток воздуха. Наша сковорода двойная. То есть тут не только блюдо гриль, но она еще и плотно, герметично закрывает. А значит, у тебя не высушивается, как это происходит обычно в духовке, когда функция конвекции работает и высушивает. Здесь же весь сок остается внутри. Еще раз напоминаю, это сковорода двухсторонняя от компании Велберг. Ты знаешь, что это разработано для профессиональной кухни. Вот эта сковорода была сделана специально для ресторанов, чтобы готовить не только на открытом огне, но и на плитах, чтобы гости смотрели и любовались.
полюбовались. У меня сейчас дежавю. Вот с тем рестораном, где я попробовала вкуснейшее сочное мясо. Потрясающе, знаете, прям тает во рту. Очень сочное, очень вкусное. Олег всегда еще использует какой-то вот особый маринад, что ли, я не знаю, прям и сладкий, да. и перченый, и даже вот я чувствую, перчик туда добавил. Обязательно, чеснок. Угу. Еще я добавил, естественно, розмарин, тимьян. Друзья мои, ну давайте еще посмотрим, что мы приготовили. Вкусно. Еще раз напоминаю, здесь специальные 3 диска, которые равномерно распределяют во всей площади. Взгляните, так. Вы можете легко приготовить вот такой вот прекрасный гарнир. Причем, что мне нравится, вы обратите внимание, благодаря именно литому алюминию у вас получаются овощи не переваренные, не перетушенные, а цельные, идеальные, как в настоящем ресторане. Взгляните, ага. Друзья мои, как в настоящем ресторане. Вот я просто сейчас показываю, смотрите, я просто выбрасываю, насколько рассыпчатые. При этом, кстати, очень легко ухаживать за этой сковородой. И все это в нашей сковороде можно досторонне. Смотрите, вы сегодня получаете 3 в 1. Это сковорода. Это сковорода-гриль, и это настоящая духовка. Сегодня 1999 рублей, цена специального предложения дня. Вообще, эта сковорода от бренда Велберг на нашем телеканале стоит 3399 рублей. Но прямо сейчас, во время прямого эфира и целый день для вас действует скидка 1400 рублей. Партия у нас ограничена, и что мне нравится, пока все 3 цвета в наличии. Слушай, здесь вот у нас в комплекте 2 силиконовые. Прокладки. Для чего они? Это не резина, это силикон. Mm-hmm. Силикон выдерживает температуру больше 250 градусов. Для чего это нужно? Во-первых, она герметичная. Yeah. У нас сковорода, мы обязательно покажем ее герметичность. Второе преимущество силикона. Он никогда не деформирует сковородку. То есть при нагреве обычно резина плавится. Конечно. Здесь более долговечно. Но вспомни силиконовые формы для выпечки. Вот здесь которые тоже... в духовке даже. Да. Ты можешь готовить прямо на плите и не бояться, что ее поведет. Даже манты можно готовить. Манты можешь добавить немножечко жидкости, на пару можешь готовить. Слушай, есть какие-то ограничения у этой сковороды? Что нельзя готовить? Смотри, можно приготовить пасту, можно приготовить пироги, можно приготовить, например, омлет, яичницу, можно сделать картошку большую, причем с сыром даже запечен. То есть все виды блюда, то, что ты готовишь в духовке, ты можешь готовить на плите. Ой, а вот эти полосочки, посмотри, да. Вот этот гриль. Оу. Вообще, блюдо-гриль стоит очень дорого в ресторанах, но теперь они будут доступны для вас. Скоро Новый год, друзья, скоро Новый год. Мы готовимся к Новому году, самые вкусные рецепты, и они обязательно получатся у вас, если вы будете готовить в профессиональной сковороде от бренда Велберг. Крепкой.